Тем временем сотрудники СБУ задержали опасного иностранца. Гражданин соседнего государства находится в международном розыске за убийство. В Одесскую область приехал по поддельному паспорту и водительским правам. Их он купил на временно оккупированной территории Донбасса. Правоохранителям еще предстоит выяснить цель прибытия злоумышленника в Одесскую область, а также возможность его причастности к незаконным вооруженным формированиям. И отмечу, что только за подделку документов мужчине грозит до 5 лет ограничения свободы.